Так, раз-раз, все на две фокус, говорим. Ну, в общем, все, ребята, Женя отбился только что. И бой закончил досрочно, победой, без шансов. И очень красочный бой, вы обязательно посмотрите, потому что это было круто. Женя, давай пару слов, как ну, ты это сделал? Я старался делать то, что тренер говорит. Ну и вообще сказали, досрочно закончить бой. Потому что по очкам могут посудить. Да-да-да, поэтому я лажился, все-таки удар немножко не слушал тренера. Он говорил кидать быстро. Я старался заряжать. Заряжать, да, было немножко. Но в любом случае, это было очень красиво, это было круто, как и все твои бои. Мы очень рады, что ты держишь марку и делаешь все так, как надо. Спасибо тебе за то.